прошедшие выходные свою 23-ю ДРшечку отметил нестареющий рок-клуб. Ну, вообще, официально день рождения Клинского рок-клуба считается 27 ноября 1993 года, ведь именно этого числа в здании клуба-завода «Химлабор Прибо» состоялся первый концерт. 27 ноября является официально днем рождения рок-клуба. 23 года назад у нас в этом здании состоялся концерт «Все в наших руках». И вот это послужило началом создания рок-клуба и его днем рождения. И об этом самом концерте мы уже как-то рассказывали в сюжете про группу «Ночь», так что не будем повторяться. Будут все. Именно так гласила афиша праздничного концерта. Всего 5 групп, которые по сей день играют в рок-клубе, выступили со своими получасовыми сетами. Открыла концерт самая молодая рок-команда. Но молодая она не потому, что в ней играют какие-то малолетки, а наоборот, в коллективе уже опытные музыканты, которые просто собрались вместе совсем недавно. И то ли на них так день рождения рок-клуба подействовало, то ли что-то еще, но их вокалист в какой-то момент просто взял и лег на сцену. Я хотел просто вот, ну, всю вот эту пар из себя, вот этот просто... Это вот была чистая импровизация. Да, просто импровизация, я хотел, чтобы у меня просто дух вот этот вышел. Но это круто, причем, это рок. Причем мы там по музыке симпровизировали, я немножко не понимал, что мы там играем. Но получилось органично, ты лег, мы... Мы лег, мы что-то поиграли, получилось очень круто. Happy birthday to you, happy birthday to you. Также на концерте выступили группы Искариот, Pocket Rocket, Ночной Экспресс, и они тоже не могли уйти без поздравлений. Я хочу от себя пожелать, чтобы рок-клуб только процветал и еще 100 лет жил, и все было хорошо. Главное, что рок-музыка, она и была, есть и будет, никуда она не денется. Главное, чтобы народ понимал, что живой звук – это очень круто, приходил на концерт и... Все будет хорошо в рок-клубе, я надеюсь. Я желаю, собственно, и Светлане Анатольевне, и рок-клубу процветания, хорошей музыки, хорошего, чтобы люди все-таки... Рок-музыка – это что-то... Ее сложно не познать, ее надо вот познать. Мне кажется, не надо каждому познакомиться и посмотреть, что это такое. Потому что ну, никакая другая музыка с этим не сравнится. И Светлана Анатольевна, она несет свет и рок-клуб всему нашему Клинскому району. Happy birthday, dear рок-клуб! Happy birthday to you! Ну и знаковым стало выступление группы, которая существует уже дольше, чем сам рок-клуб. Ну так, для справочки, группа «Ночь» с 89 года на Клинской сцене. И поэтому выступление этих рок-мужиков ждали почти все, и все старались им подпевать. Взлетал я все выше, выше. Я знаю, я видел крыши. Упал, но никто не слышит. Я пою о тебе. Дорогой наш любимый Клинский рок-клуб, мы желаем тебе, зданию, здоровья, крыши, чтоб не текла, долгих лет, чтоб стены стояли еще очень долго. Как сказать, к людям, которые сюда ходят, ну, чтобы они сюда продолжали ходить и приводили с собой друзей побольше. И детей. И детей. И детей детей. Вот. Будь здоров, рок-клуб. Да, ура. Ура. Вот таким получился день рождения, и может быть он был не особо ярким, но это и понятно, ведь все клинские рокеры затаились в ожидании круглой даты, 25 лет. Вот тогда, я думаю, Клин и погудит.